Святая Русь на реке времен. В Борисоглебской епархии прошел открытый фестиваль духовной музыки. Голоконцерт «Единая неделимая Русь» посетил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Предо мной краса лугов расстилается, мама смотрит на меня, улыбается. Открытый фестиваль «Святая Русь на реке времен» проводится с 2013 года. Традиция была прервана всего на год в 2020-м. Из-за ограничений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой фестиваль не состоялся, а на следующий год мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году музыкальные коллективы вновь встретились на сцене Дома культуры «Октябрь» города Бутурлиновка. В рамках концертной программы к участникам и зрителям фестиваля обратился глава Борисоглебской епархии. Каждый из нас должен помнить, что Святая Русь – это не исторический феномен, давно ушедший в прошлое. Святая Русь – это мы с вами, жители Великого Отечества, наследники великой, более чем тысячелетней цивилизации, продолжатели дела многих поколений строителей, тружеников, подвижников, святых, воинов. Мы часть этого непрерывного моста, который построен от земли к небесам, к Царству Небесному. Открыл программу гала-концерта хор Покровского храма города Бутурлиновка. В фестивале приняли участие творческие коллективы из Анненского, Бобровского, Бутурлиновского, Панинского районов и города Борисоглебск. Нам очень понравился этот фестиваль, мы хотели в нем участвовать. Мне понравилось, как мы выступили, как все выступили. Сегодняшний фестиваль – значимое событие для нашего города, потому что он объединяет людей с разных районов. Хотелось бы пожелать, чтобы он всегда был многолюдным, чтобы люди помнили о пении, о церковном пении.